Привет, мои дорогие друзья, и сегодня мы решили прогуляться, сходить по городу, по Нама-Бэй, в ресторанчике посидеть, в рыбном хорошем ресторанчике. Лена у нас впереди, а Оля где у нас? Оля у нас где-то сзади. Идем в ресторанчик. А как ресторан-то называется? Махони. Махони, короче. Уже едет, уже стоит. Хороший мужчина. Вы поехали, это нам обе из старого города поехали. Завтра. Сколько стоит у тебя? Куда? Для YouTube. Старый город. Старый город 10 туда-назад. Туда-обратно. Туда-обратно 10 долларов. Теперь будем знать. Теперь будем знать. 10 туда-обратно. Next time, окей? Завтра. Почему сейчас нет? Как, мы же не знали. 10 туда-обратно договорились. Нормально. Найдем. Туда-обратно, да. Хорошо. Вот, друзья, узнали, сколько стоит такси. Приехали мы на такси. В городе Шарм-эль-Шейх. Слава, чуть темнеет. Не расколотил бутылку вина. В городе Шарм-эль-Шейх. Таксист чуть не умер. У него да. Райончик Нама-Бэй. Мы в Нама-Бэй. Нама-Бэй. Да. Вино куплено, вино привезено, водка принесена. Девчонки у меня выбирают, что будут кушать. Но я-то уже знаю. Шикарный белый суп из морепродуктов. Заказываю креветки. Как обстановка в кафе? Очень душевная. В ресторане. Приятная. Кругом шарики. Да, сейчас с Олей сидели, смотрели. Они эти шарики каждый день надувают и каждый день меняют. И вот они сейчас вешали их как раз. Вот носят прям пачками. Гирлянды развешивают. И все улыбаются, все готовы бежать со всех ног. Да, только ты посмотришь или позовешь, они уже как тут. Чем помочь, что принести, как. Просто навстречу кайфуешь от того, что ты желанный гость. Да. Вот важно в любом ресторане чувствовать себя желанным гостем. Вот в этом ресторане прям реально тебе радует. А если бы три заказал, он бы три слоя сделал. Не, я не хочу, я хотела маму. А вот у меня изжога. А это с чем? Это гуава. Гуава мне нравится. И этот. Кто? Клубника. Который еще стоит пол-литра в холодильнике. Оля, мы тебе ее зальем, если а ты... у тебя? Мне непременно нужен литр клубничного свежевыжатого сока. Вот непременно. У меня манго. Что же я должна пить в Египте, если не манго? Друзья, вот такой прекрасный суп. Можно крутить его и выставлять в рекламу. Суп называется Махони. Это авторский суп. Ресторан. Салат из морепродуктов. Кальмары, крабы, креветки, кусочки рыбы и с овощами. Все это дело. Рюмочки. Спасибо. А вот такая шикарная подача здесь к столу. И вот так, ребята, на каждый стол. И посмотрите, сколько народу. Мы просто рано зашли сюда, пораньше заказали, а народ идет и тянется. То есть этот ресторан очень пользуется успехом. И сколько еще народу сидит на улице? Внизу еще, да, ребят, там вот зал на улице. Внизу. Сначала зал внизу, а потом еще на улице летник. Все это угощение нам обошлось 909 фунтов. $59. Стол выглядит.